А вот таверна, которой предназначена определенная роль в нашем путешествии. Мы будем в ней кушать, в этой таверне. Вот у нас вход, вот у нас блогеры изучают меню. А как ваш муж относится к вашей блогерской деятельности, Марина? Отлично, он тоже канал завел. Тоже? Смешно. Да. Но вы вместе выступаете? Вместе пока не было видео совместно. Понял. На руках носит? Носит. Но вас несложно носить, вы такая хрупкая. Так. Исправно носит. Ну что, друзья, мы в аутентичном ресторанчике. Вот тут написано «Welcome to Duartes». Да, вот он. С 1894 года. Где друзья встречаются, называют это. Не просто, где друзья встречаются. Хорошо. 1894 год. И тут мы пришли. Вот, и стол, хорошее дерево, так все такое деревянное, аутентичное, можно сказать, почти домашняя обстановка. У нас изучается меню, а я вот, друзья, вас развлекаю. Если кто чего прочтет, пожалуйста, вот вам меню. Но если вы будете двигаться, выдвигаться в район Сан-Франциско, то вот до этого места буквально за минут 40, там, час можно доехать. Или из Кремниевой долины. Да. Городок Пескадеро. Даже городком неудобно называть. Такой поселочек. Вот. Да. Есть майка. Друзья, эту майку мне прислала из Флориды известная всем блогерша, потерявшая телефон в Кремниевой долине, Наталья Квик. Вот. И Света говорит, неприлично в таком к людям. Потому что такой страшный череп какой-то сзади и все. Но байкерская, байкерская. Но я подумал, на выездку какой-нибудь погулять, вот это нормально. Так что вот, мы вам сегодня демонстрируем эту майку. Вот, друзья, суп из артишоков. Видимо, артишок – это местное пескадерское такое. Вот сейчас попробуем. Ну и пивко. Пивко, друзья, я пью только ради вас. Если кто-то думает, что я сам пью пиво, я никогда не пью пиво, если только не нужно это снимать. Сейчас будем снимать. Ну что, друзья, вот в таких условиях сложных, когда пиво Гиннес, хотя бы стакан не врет. Вот это у меня тут написано, Сэмюэл Эдамс, тоже хорошее, но другое. В общем, сейчас попробуем. А хорошо. Чисто для, даже не знаю. Для аппетита. Для настроения. Для настроения. Вот этот мы смотрели фильм, Свет. Монах и. Черт. Нет, не черт. Монах и бес. И там этот бес говорит: не пьют на небеси, а на Руси кому-нибудь неси. Вот. Но, так вот, я не пью, друзья. За это евреев не любят. Что они не пьют, соответственно, что-то могут скрывать от народа. Понимаешь, потому что пьяный человек, он... Вот, а не пьяный, подозрителен. Ну, хорошо. Хорошо, что мы не в Ирландии. Выпил Гиннес и все. А те, которые там живут, у них всегда, каждый день. А мы к супчику. Так, ты можешь это снять, как я ем супчик? Если хочешь, я попробую. Может, мне вообще заснять весь твой лайк? Я попробую. Я попробую. Потому что я знаю, что ребята мысленно с нами. И сейчас мы... Шикарный суп. Нет? У вас тоже похожий, да? У нас с артишоком. И у меня с артишоком. А у меня рисовый, почему-то не принесли. В общем, короче, друзья, я не хочу вас перенапрягать своим вкусным зубом. Все-таки вот когда родной язык не забывается, это да, лучше. А так будет трудно слово подобрать. Нас снимают со всех сторон. Друзья, давайте кушать. Я сейчас буду лайк вытесни с собой. Да. А хлебушек горячий, слушайте. Хлебушек горячий. И вот так маслица. Берешь чуть-чуть? Обалденно. Чуть-чуть, правда? Вообще просто вкусно.
Вот он, друзья, простой американский ланч. Трактир. Харчевня. А харч неплохой. Марина, что это? Это крабовый сэндвич. Да краб, вы что? Сыром. Я вижу. Да, краб мелк. Огурчик малосольный. Да. Прям как на родине. Да. Светочка, что это? Какой-то бутерброд с крабом. Ага. А, вот то же самое. Ладно.